Будут вам и барашки, и салюты, и скачки, и гуляния с концертами. Челнинский Сабантуй место проведения не поменял, и в этот раз гостей ждут на Майдане. 5 июня – начало программы в 10 часов, а финальный бои батыров – ближе к 4 вечера. На расположенном рядом ипподроме старт конным скачкам дадут в полдень. Выставляем реконструкцию силами горсельхоза деревенки конца 19-го, начала 20 века перед входом на Майдан. Там же в этом году мы постараемся воскресить тот самый шатер дружбы народов, который находился там ранее, ну, в условиях этой деревеньки. Как бы символично мы показываем наш город, многонациональные Челны. Вот только о полном размере призового фонда для победителей состязаний организаторы говорить не пожелали. Зато напомнили об ограничении торговли алкоголем. По периметру, начиная от проспекта Чулман, во всех торговых точках запретят продажу спиртных напитков. До основных городских торжеств вечером 2 июня праздник Плуга отметят на Элеваторной горе. В этот же день в зале Сары Садыковой объявят имя Сабантуй-Гузеле.